Двор на Комарова 4 небольшой, но уютный. Деревья, палисадники, тротуар, экопарковка. Разве что лоска не хватало. В рамках месячника чистоты Управление по благоустройству администрации организовало работу по уборке территорий. На подмогу дворникам управляющей компании «Жилищник» вышла дорожная и коммунальная техника. Приводим в порядок входные группы, проезды, тротуары, детские игровые площадки, сбор листвы, прометание, промывка проезда, восстановление малых архитектурных форм на детской игровой площадке, покраска, сбор мусора, сбор и вывоз листвы. Листву в мешки, грязь в кучке. Их следом подберет и погрузит в самосвал коммунальная техника. 5 единиц и 36 сотрудников управляющей компании. Сегодня мы вышли на работу с техникой, с людьми по адресам Комарова 4, 4А, 6, 6А и 8. Это те дома, которые находятся у нас в нашем фонде. Вот, у нас сегодня также вышла техника трактора Б-82 «Беларусь». 82-й с ковшом, с щеткой, с отвалом. Вначале убираем входные группы с выпадом снега, чтобы люди могли выйти на работу, в школу дети, чтобы могли пойти. Начистить асфальт до блеска дворникам помогли подрядные организации. Операция проводилась в два круга. В первый поливомоечная машина работала с щеткой, во второй – финальный. Струями воды техника смыла все, что не очистилось вручную. И следов от снежной зимы не осталось. Не только проезды, но и палисадники убираются во время субботника. Мы сейчас по адресу улица Комарова, дом 6А, где убирает управляющая компания «Жилищник». Также вышли на помощь и жители. На детской площадке с резиновым покрытием подрядная организация убрала листву и подкрасила игровые формы. Майским праздником муниципальная служба озеленения и благоустройства, управляющие компании приведут дворы в Щелкове в нормативное состояние. Заключительный этап месячника запланирован на ближайшую пятницу, 29 апреля. Встретить весну в чистоте администрация приглашает все без исключения организации и активных жителей. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.